В преддверии Дня учителя в Павлодарском областном филиале партии «Аманат» прошел форум «Устаз Улугимес Улугузмет». Педагоги не только поздравили друг друга с профессиональным праздником, но и обменялись идеями, обсудили проблемы и решения образовательных задач. В предвыборной кампании партийцы сделали акцент на поддержку семьи и детства, а также интересов учителей, чтобы у всех были равные и достойные возможности и в получении знаний, и в достойном труде, отметили участники встречи. Сегодня партия делает все то, чтобы в первую очередь в дорожную карту вошло это обновление материально-технической базы школы. Это вопрос кадров, это качественное образование сегодня. Дело в том, чтобы на сегодня, чтобы качество знаний на селе и в городе было равными, одинаковыми, созданы условия были для того, чтобы на селе пребывали молодые специалисты, педагоги. Учителя из сельских школ говорят, что их ученики не уступают своим городским сверстникам. Они пытливы, любознательны. У них есть стимул хорошо учиться и поступать в вузы по образовательным грантам. И важно, что партия «Аманат» держит на контроле оснащение и строительство школ, отмечают педагоги. Если брать нашу школу, наши дети смело, значит, также на уровне городского ребенка поступают по гранту. Именно только подготовленный педагог может дать достойные знания ученику. На сегодняшний день в нашем коллективе довольно квалифицированный коллектив. На село, наоборот, идут очень много учителей с желанием работать, потому что все-таки в селе есть еще хорошие надбавки по сравнению с городом. Но именно по материальной базе, конечно, любая сельская школа уступает городским. Однако хочется сказать, что сейчас, благодаря госпрограммам, у нас очень много сельских школ ремонтируется, производится капитальный ремонт, либо полностью строятся новые школы.